кроссовочки, как бы 4900 километров до следующей точки. Ну ничего, доедем. Баба я. Валера Мон. Знаменитый спуск, который может быть и подъемом, конечно, в зависимости от направления, который очень сладкий для прохождения на джипе. Очень, очень красивый, приятный и довольно сложный. Слева по земле очень красивый цветной холм, видишь? И зеленый, и фиолетовый, и бурый такой, черный, все цвета радуги. Я не знаю. Проверять шетах другой специалист.
даже место на Батийцев. Внутренний дворик, типа гостиницы. Здесь они останавливались отдохнуть, переночевать, напоить своих верблюдов. Источник вот там вот. Вдалеке где-то зелено. Вот такой оазис посреди пустыни. Сейчас сумасшедшая жара. Где-то, я думаю, на солнце под 40, а может быть и под 45 градусов. А здесь зелено. Видимо, подземные воды. Возвращаемся к нашей спасительной машине. Белый верблюд, Саша. А вот, подожди. Он тебя стесняется. Блин, наверное, надо было взять. И зачем? Такой симпатичный. Да. Прохождение на скорости сыпучих участков трассы. Выхватывает поток света. Это Нахальсдом, кто не узнал, который мы проходили 3-4 раза на велосипеде. Мы решили его проехать таким вот образом. Саша пытается наехать на стенки, где уже убрано. У него это иногда получается. +4. Сколько есть?
Где Саша? Саша. Саша, подожди, знаешь, Саша? Там мне и подниматься будут. Там сейчас от каменистый хороший подъемчик. Тихонечко, она выйдет сама. Ничего нет, на передаче. Она давно на пониженной, давно на лобби. Очень верно.